Так, мне надо как-то сейчас это сделать правильно. Сейчас, минутку. Так, во-первых, мне надо убрать хромакей. Стример, покажи жопу. Во-вторых, мне надо куда-нибудь ее поставить. И вообще сделать, наверное... А, мне еще надо вот что сделать. Canon Cam. Выключить фильтр. Хромакейный. Хромакейный фильтр мешается. У меня даже есть специальная штука, на которую можно ее поставить и распаковать. Ой, чтобы здесь все. О, какая красота. В общем, с этой стороны Xbox, с этой стороны HAL нарисован. Power Your Dreams. Поддержка разрешения 4К, динамический диапазон до 8К, SSD диск объемом в 1 терабайт, переменная частота обновления экрана, 4К плеер, Blu-ray и все. Все это в новом Xbox. Ох, какая же она хорошая. А, единственное, она здесь заклеена. Я не взял ножницы. А зачем? У тебя же комп есть. Затем, чтобы играть не только за компом. Может быть, я после стрима захочу, например, почилить. Не слышно? Блин, ну, сейчас, минутку. Вот так должно быть слышно. Наверное. Прикольные, кстати, наклейки, которые надо было... Туда же стрелочка есть для тупых, что отклеивать с этой стороны. Вот с этой. А я отклеивал с другой стороны. Так, хорошо, и зачем я это отклеил? Это я молодец. С какой стороны она открывается вообще? А, все-таки с вот этой. Угу. Вот они, эти стрелочки. Слышно было так громко. Ну, я чуть-чуть потише сделаю. Вот так вот должно быть нормально. Так, сейчас главное, там наверняка внутри какой-нибудь подарочный Xbox Game Pass. Главное не спалить его код, чтобы вы у меня его не украли. Мне нужен этот Xbox Game Pass. Так, я даже не знаю, может все-таки ее надо лежа открывать вот так вот. Надо было посмотреть другие обзоры, чтобы не уронить ничего здесь случайно. Текс. Текс. Прямая. Живем. А, дополнительная поддержка. Начало работы. Окей. Вот так вот. Она запакована. Это не Xbox упал, все хорошо. Его я держу. Так, тут отдельная коробочка с проводочками. Зарядка. HDMI. Контроллер. И, собственно, вроде все. Так, саму коробку-то как достать? Она прям обернута в какую-то красивую черную бумагу. Вот она. Все, коробка, иди отсюда. Ты мне больше не нужна. Кажется, это... Я держу ее верхней стороной. Ну, сейчас надо отклеить. Немножечко. Угу.
Кто у тебя на Дакимакуре? У меня Макиса Курису. Она же у меня на рабочем столе. Это из Штайнсгейта. Из калитки. Оба! Хоба! Красота! Мне на самом деле очень нравится дизайн коробки Xbox. Она такая минималистичненькая. У меня комната, если вы можете видеть, но она такая в серо-белых тонах. Поэтому мне коробка отлично впишется как раз к моему телеку. У меня вот там телек. А, телек не видно за занавеской, но там вот телек. Короче, она у меня отлично впишется. Крутяк. Здесь прям видно гигантский кулер такой, прям под дырочками. Класс. Ну что, самое время потрогать геймпад. Шершавенький, классненький. У тебя там фигурка Асаны? Да, у меня там... Вы можете... Блин, я забыл, я же в Инстаграм хотел выложить. Шавенький, классный. Не, геймпад очень классный, я его уже трогал на Xbox в день открытия продаж, день старта. Мне он прям, ну, как в руке лежит, он мне очень понравился. Персики, да, персики. Класс. Так, и что тут еще? А, батарейки. Батарейки. Ну все, надо все это убирать. Сюда у меня станет коробка, вы меня не видите, наверное. Вот, теперь это можно сфоткать и выложить как раз в Инстаграм. Это все сюда, проводки потом подключу. Батарейки потом подключу. Так. Надо сфоткать. Прямо на стриме сфоткаю. Потому что могу. Нормас. Покажи сосочки. Тебе нельзя на них смотреть. Интересно, а я его могу прям сразу к компу подключить? Я могу в Genshin поиграть с этого контроллера? Я так понимаю, он же по Bluetooth, по идее, правильно? Я не уверен, есть ли у меня вообще блютузовый этот. Есть ли у меня блютуз в моем. В моей материнке. Микро потише, прошу прощения, сделал, да. Свисток. Ну, свистка у меня точно нет, а вот если в материнке, я почти уверен, что нету. Я почти уверен, что нету. Вот так вот. Ну, надеюсь, вам понравилось. Соски. Шо тебе? Шо тебе показать-то, ну? Держи, вот они. Классные. Наверное, даже, кстати, вот в этой сцене будет лучше. Вот так вот. Нажимаются вкусненько. Хорошо. Приходите завтра за моими впечатлениями от Xbox. Я сегодня после стрима все подключу. Подключу Game Pass. Кстати, вроде бы не было Game Pass все-таки в коробке, но у меня есть специально, я припас. У меня есть
листочек с геймпассом я покупал. Вот. Подключу геймпасс, поваляюсь после стрима в кровати, поиграю немножечко. Вот. Может быть, потом также подключу к компу через карту захвата. Можно будет тоже во что-нибудь попробовать поиграть с него. Ну, вот так вот. Вот так вот. Гон на геймпассе. Да я же говорю, у меня нет блютуса в компе, скорее всего. Я даже не знаю, как это проверить. Хотя, не, есть один способ. Устройство, диспетчер устройств. И как я это узнаю? Сетевое устройство, хит, USB устройство, вот. Это же на материнке где-то должно быть, да, наверное? Видеоадаптеры, звуковые. Generic USB hub. Да не, нет, по-моему, у меня его. Проводом подключим. Так, а сейчас, у меня же там проводы, по-моему, только HDMI и этот. У меня только HDMI и питание. У меня, по-моему, нет провода, чтобы к компу геймпад подключать. Там вроде бы обычный... Это какой? Это микро-USB вроде бы. Вообще, если честно, очень похоже на Type-C, но... Не, вряд ли. От смартфона, вот я не уверен. А, ну... У меня на смартфоне Type-C, здесь он тоже кругленький. Тут Type-C? Ну, он похож на Type-C. Да? Ну, я могу попробовать, в принципе. Я могу попробовать еще. Букен да букен. У меня нет этой фразы, у меня есть только акула смеющаяся. Ну, Type-C, да. Type-C — это хорошо. Micro-USB — это кринж прошловековый. Да, я понимаю, что все уже, по идее, на Type-C приходит. Ну, здрасте. Он загорелся. Вопрос теперь. Как его включить в геншине? Управление. Мой первый донат. Геймпад. Спасибо за стримы. Хоба! Геншин на геймпаде. Пукчамп. Михаил, спасибо за 50 рублей. Donation accepted. Спасибо, спасибо большое за донатик. Так, что тут? На Б атака обычная. Доджи на какую? А прыжок? X, наверное, додж. Нет. Го 12 в бездну? Да ты чё, я это... Я там сольюсь. А, RB, вот же. Вижу, всё, RB. Так, не, ну, так, как карту открыть? R1... Карта, поехали. Поехали маршрут мобов. Ашечка, нет, X не то. Ту-ту-ту-ру-ту. Каким выбирать-то? На Б, да? Телепорт. Угу. То есть основное все действие на Б происходит. Там, наверное, конечно, можно поменять. Так, а забирать на X? Блин, и прыжок, и кнопка забирать итемы одинаковая. Такое. Да, Савакада. Если бы сам покупал, то взял бы Xbox или плойку. Если бы сам покупал, я бы вместо черной, скорее всего, взял себе S-ку, потому что, ну, ради мобильности. Типа, я бы себе взял S-ку, которую можно, например, запихнуть в сумку и поехать к друзьям, поиграть там в Mortal Kombat или посмотреть Netflix вместе с друзьями. Но поскольку Xbox мне прислали X, я в
вполне доволен и иксом, который будет у меня чисто как домашняя консоль, в том числе для стримчиков, я думаю, можно будет что-то из этого. Так, нет, не та кнопка, не та кнопка. Моя. Так, ультани, давай, хорошо. Хорошо, теперь мне нужна кли. Теперь мне нужна кли, класс. Давай, прыжки, прыжки. Не, ну пока что нагибаю, но... Надо привыкать, надо привыкать. Я бы себе в любом случае взял Xbox. Я хочу все новые консоли, кроме Nintendo, потому что Switch мне совершенно что-то не интересен. Сейчас вот сюда подвинуть, наверное. А Nintendo сами мне вряд ли что-то дадут, поэтому... А как же Зельда? Да и хер с ней, с этой Зельдой. Че, у них на Switch'е одна игра, что ли, Зельда? Потому что о других эксклюзивах я не слышал. Sony пришлют. Sony пока немножко телится, я очень надеюсь, что пришлют, но пока что... Пока что ждем. У них... ну, у них там Аврал, у них же, понятное дело, супер-ультра-популярные блогеры, которые ни одной игры, наверное, на этом не на PS-ке не пройдут. Так что у них пока все занято. Тукан Ханаби! Эй, эй, эй! Я пока кнопки забываю, но нормально, нормально. Кстати, заметьте, какая камера забавная. Она на телефоне примерно такая же. То есть, если вы играете в Genshin на телефоне, она очень-очень похожа на это. На то, что сейчас происходит. То, как она как бы следует за монстрами, и вот это вот все. Свич на любителя и не для хиканов. Ну, явно, ну, он не для задротов. Это такая, как, это портативная казуальная консоль, Switch. Поиграю 2-3 дня, потом не захочешь обратно. Вообще, я небольшой фанат игры на геймпадах. Но пока что прикольно. Чем Зельда, если есть Геншин, это точно. Довольно громкий геймпад. Так это у меня микрофон. Ну, клик-клак, клац-клац, наверное, слышны, понятное дело. Все же консоли для казуальных игр. Ты что, не говори такого. На консолях люди проходят Dark Souls. Ты что, ни за что такое не говори, иначе тебя заклюют. Странно, что обилка на РТМ. Может, не странно, может, это мне странно. А чё на меня только один напал? Эй, я хочу челленджа! Алло! А ну давайте вставайте. Просыпаемся, просыпаемся, роботы, просыпаемся. Ай. А, я свой хп не вижу. Ну вот, кстати, за счет камеры, как мне следить, что в меня стреляют роботы. Ну, кроме вот этих вот штук, конечно же, очевидных. Да ты можешь кастануть, пожалуйста, ульту? Спасибо. Понятно, нет. Все, до свидания. Надо уходить. Закрутились, блин, тоже мне. Туду-туду-туду-туду-туду. Единственное, я пока что путаю кнопку уклонения. Мне очень хочется, короче, уклоняться на...
на Бэшку. А Бэшка это атака. Стример бахает на геймпаде, не в эксклюзив. Воу! Заряженки, плиз. Слушайте, привыкаю уже потихонечку. Не, ну если я с роботами справился, то и бездну можно пройти таким образом. Если уж я 4 роботов убил, то так можно и бездну пройти. Go Challenge, 12-я бездна на геймпаде, лол. Нет, лол. Обидно, что Genshin на свече нет, на обычных телефонах есть. Ну, видишь, Genshin это же конкуренция Зельды, так сказать. Поэтому, ну, наверное, появится, но чуть позже. Типа, не сразу, не сразу. А как прицельным огнем, типа лучники? Так же, как люди играют на геймпадах в шутаны, как же еще? Увидим у тебя Forza 4. Forza это гонки. Я небольшой фанат гонок. Это один из тех жанров, которые я на своих стримах особо не показываю. Я люблю новинки и все такое, но вот в гонки я не играю. Я, в принципе, по жизни машины не очень люблю. Знаете, я больше на электричках и на метро катаюсь, чем на машинах в РЛ. Вот, поэтому... Я просто с детства не фанат, и поэтому гонки меня тоже никогда не тянуло. Здорово, Сабад. Я на персиках. Трансляции в ВК были гонки. Ну... Так получилось. Спасибо. Мы были во время блока по гонкам. Ну, играли в гонки. Чё. Планируешь в Лигу Легенд когда-нибудь поиграть еще? Да блин, как бы надо, но не знаю. Еще я что-то свой кулдаун не вижу. Ладно, все нормально. Так, как там теперь карту открыть? Наверняка же есть вот эта кнопка. Угу. Карта. Ну, она не очень захотела открываться. А, потому что кнопка А это назад. Она, а здесь все делается на Бэшку. Меня не видно, здорово, Дип. Не видно. Я напоминаю, что ты вообще должен был бороться со злом и не примкнуть к нему. То есть. Я как стример обязан уметь все. И коня на скаку остановить, и в бездну горящую войти. И на геймпаде уметь играть. И консоли нового поколения вам показать. Ха, тайминги. Уклонился. Уклонился, уклонился, не уклонился. И на флейте игрец. Так, стоп, маг еще не сдох. Маг, умри. А! Она в него не хочет попадать! Ноу! Ноу! Ты чего, маг? Переключать персонажей на стрелке переключаться не очень удобно, может быть. На стрелке, ну, типа, не, на самом деле, наверное, норм, но 1, 2, 3, 4, конечно, ультра привычный пока что. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду.
ЛБ плюс правый стик, удобней карту. И другие настройки. ЛБ, левая плюс правый стик. А, ну вот, ну да, 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 вот этот вот круг. Угу. А чё вот это вот? Вопросик какой-то. Еду захавать, смотрите. Так, стоп, это получается использование моего... А, ЛБ плюс Б. Использование этой кнопки новой. Где глянуть границы областей исследования? Это ХЗ как 100% закрывать, если не понимаю, где граница. ХЗ, может, кто и сделал гайды по такой штуке, но... Я очень сомневаюсь в этом. Камера довольно забавная. Я же обычно, ну, типа, в плане кинематографичности... Почему все ролики обычно, да, например, снимают на консолях? Ну, ролики, в которых показывают. Потому что все плавно, вот это вот, как битва происходит, да, вот это все. В отличие от меня, который просто спамит, крутит мышкой во все стороны, непонятно, что происходит на экране. И вот это вот все. Вот это забавно. Нет гайда, надо исправлять. Эх, надеялся, что сдохнет. И камера тогда. Мы не фильм смотрим, а играем. Ну. Для casual стримов, наверное, геймпад будет гораздо приятней. Теперь я понимаю, почему Дина на геймпаде играла в ДБД в свое время. Да и сейчас, наверное, играет во все на геймпаде, а не на клавомышь. Нужно же шоу. Вы видели, да? Видели это мясо птиц? Так, ладно. Слушайте, это, конечно, все прикольно, но... Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И менюшка так сразу поменялась вся. И опять не ту кнопку нажимаю... И опять не ту кнопку нажимаю. И камера сразу приблизилась. Да, это все прикольно, но... Давайте вернемся к нашему... ПК боярскому геймингу. Тут. Но мне понравилось. Было весело. Попробуй лучника на геймпаде. Ну нахер. Смерти моей хочешь, что ли?